Дороги, центральная площадь, стадион. Отремонтировать все эти объекты за год смогли в поселке Татищево. Как это удалось местным чиновникам и каков оказался результат, приехал посмотреть губернатор Валерий Радаев. Подробности в нашем сюжете. Вот скажите, вы все-таки здесь проживаете, говорите, давно. Всю свою жизнь трудовую здесь труетесь. Сколько лет не ремонтировалась дорога? За 30 лет эту дорогу ни разу не ремонтировали. Ямочный ремонт не в счет, признается глава администрации Татищевского района. 16 километров гладкой трассы почувствуют колесами не только жители Татищева и поселка Светлое, это 20 тысяч человек. Здесь же проходит и самый короткий путь из Саратова в Москву, который заодно связывает 4 района Саратовской области. Обновили в этом году и дорогу в самом поселке. Сделали зеленую зону, установили двухсторонние фонари освещения. Поставили камеры видеонаблюдения, здесь стоят. Перекресток улиц Лапшовой и Школьной – самый бойкий в Татищево. Здесь проходит поток машин, следующих в Москву. Снуют местные автомобилисты и пешеходы. Скопление транспорта было и заторы были. Вот, особенно зато Светлые люди ехали. Сейчас нормально. Светофоры работают, дети не боятся идут в школу. Здесь расширили и обновили дорожное полотно, обустроили тротуары, установили светофоры и 36 дорожных знаков. Около 5 миллионов рублей на все это нашли у себя. Здесь средства это муниципального дорожного фонда Татищева. Ну и вы знаете, да, поселка. Мы сократили 2 года назад администрацию. Вот, у нас высвободили свободные деньги, и мы их сейчас все направляем на благоустройство. Один из самых ярких примеров благоустройства Татищева – центр поселка. Этим летом на площади появился фонтан и цветники, детская площадка, отреставрировали памятники героям Великой Отечественной войны. Все это силами местных коммунальщиков и жителей на субботниках. Надо отдать должное главе администрации с его командой, что они, вот мы сейчас посмотрим, благоустройство сделали, вот все к одному как бы идет. Да. Такого вот... Но объема работ именно дорожных сегодня, благоустройства за последние 10-15 лет у них не было на территории. Было. Поэтому, мобилизовав все возможности, региональные, федеральные, муниципальные, можно делать и благоустройство, можно свою среду обитания все-таки вот делать достойной, как говорится. За счет внебюджетных источников преобразился в Татищево и поселковый стадион, который реконструируют несколько лет. В этом году обустроили тир. 5 огневых рубежей, стреляют из винтовки и пистолета. Еще одна экзотика – площадка для городошного спорта. Сбить фигуру лишь на первый взгляд просто. Губернатор попытался. Удалось совладать с тяжелой палкой не сразу. На стадионе в Татищево планируют проводить соревнования областного уровня по различным видам спорта. Возможно, уже в следующем году здесь появится и площадка для пейнтбола. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.